Привет всем подписчикам и чаем, с вами Срок, я играю в Ферситнес Твандес. В предыдущем выпуске я прошел босса, это было кейс, вот она. Я сейчас мини в той списке, вот видите наша цель, что нам нужно сделать. Вот. Так, ну, приступим, как обычно, главное. Со спринта. Спринт вообще небольшой. Начнем. Что я приболел, сопли. Я вчера я не выложил видео, потому что были как бы заминочки. Мне просто не было. Я поставил спидометр, но если бы это не было, то не пустили меня где-то на свою машину. Поставил ее пару улучшений, но мы все видели. Понятно. Ну я просто еще не разогрелся, но наверное разминочный на гоночке. Да ну ёбы, вот как раз уже проехал, нужно догонять. Рака. Да, они тоже выступать вместо них хотят. Понятно, короче, все ясно. Да, я прошел, я не решил вам не показывать, как я буду играть второй раз. Зачем, если вы видели трассу, вот, я выиграл, наконец вот включил, чтобы вы увидели. Фух, это что у нас? О, еще один спринт. Так же получается. Гонки. Будем спринты проходить. Три спринта как раз. Будем дорога похожа на предыдущие горки, очень похожа. Ну это уже другой спринт. На хосте подсели, они уже обогнали, конечно.
Трамп. Тут угрожает. Фух, как же мне пронесло. Пронесло, да. Сосновые губки. Прежнее положение глаза. Есть. Вторая гонка пройдена, а их нужно всего 7. Еще 5 ёрик. Вылет, спринт, толбик, толбик большой. Дальше. Пожалуй, сыграть круговую, разбавить. Классный старт, но как вы заметили, по двум гонкам тут уже гонщики явно посильнее, это уже заметно, заметно. На этом дым я серьезно заметил, что тут уже новый уровень езды у них. Проходим. Мы не будем повороты. Так, пресс выбыт. Заборы кого-то. Опять вот в этом же месте я куплю. Кстати, второй круг понял. Блять, сильно рано тормозил. Все, второй круг я пришел. И начну гонщик первый. Я остался с сноуменом. Один на один. Расстояние уже довольно-таки приличное. Встреть я не нагнул уже. Только срезать после этого ладно.
Есть, я уже прошел третья гонка, СМС-ка. Я катался на одном и том же, так вроде. Ну я тебя понял, понял. Третий канал, внимание, звонок 911. Неосторожное вождение. Нарушение. Да, я еще одно событие прошел. Ехал на север по кампусу реки Паном Парей. Ну, продолжаю, я ехал на один, так мы со снизу улучшение не появилось, так что продолжаем играть дальше. Так, я уже прошел 3. 3-3-3 на вылет. Принт. 3 на гонку на вылет. Радар. Смотрите, радар. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот это я рад, что сказать. Лидерство теперь должно обогнать их на трассе. Где были мусора? Я так и не понял. Да, вот ты. Есть. Сколько там уж гонок прошел? Прошел уже 4 гонки, это все-таки, ну, еще одну гоночку можно было пройти. Спринт.
Марко Гагарин. Поехали! Сука, блядь, нет! Пиздец. Так, я прошел этот поворот. Я опять пошел играть гонку заново. Цезарь Каленко. Вы знаете. Ладно, возьми Цезарь Каленко всех в конце. Все, спокойненько, я выиграл. Я выиграл, без лишних слов, я выиграл. Фух, и в этом выпуске я прошел аж 5 гонок. Одно событие посвящалось. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну, в общем, обычно вы все знаете, что делать. Всем пока, с вами был Астрок.